Друзья, в продаже у нас Toyota Passo 2010 года выпуска, объем двигателя 1 литр, ввезена в Россию в 2011 году, у автомобиля 25 ПТС, хорошее состояние, комплектация стандартная для японских машин, 4 стеклоподъемника, электрорегулировка, также электропривод зеркал, штатная аудиосистема, кондиционер, подогрев заднего стекла, множество кармашков. Розетка. В автомобиле оригинальный пробег. Красивый салон. Все аккуратненько. Помимо этого, у данного автомобиля два ключа. Хорошая зимняя резина.